Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Вселенная Суперсхваток. И начнем с открытия сундуков, конечно же. Так, давай посмотрим. Спанч Боб. Так, Майки даже, надо же, Микеланджело мне выпал, ё-моё. Я имею в виду в плане того, что карточки на него выпадать стали. А то это большая, на самом деле, редкость. Так, давайте следующий сундук открывать. Так, Анжелика Пиклс. Кстати, я накопил, да? На неё. А, в принципе, я уже давно ее прапал. Проснулся, ёпрос, это называется. Так, Дэнни Призрак, Лео и слаймы. Так, понятно. Давайте последний, ребята, откроем и посмотрим, что нам выпадет из него. Котопес и опасный малый. Все, ребята. С сундучками мы с вами завершили. Так, что у нас тут? Забираем ежедневный сундук и смотрим. Томми Пиклс, Дэнни Призрак и... Опять Майки. Замечательно, ребята, круто. И слаймов, смотрите, сколько, 1192, обалдеть. Так, ну что, ребята, сегодняшняя цель, надо найти нам, наверное, малый сундук противостояния открыть, да? Но перед этим мы пойдем с вами, опять же, на турнир. Нам нужно закончить с вами... Подожди-ка, мы это задание закончили? Нет, не закончили, мы его только начали. Поэтому, ребята, давайте, у нас... Все шансы должны быть на победу. Конечно, тут очень сложно, смотрите. Тут у нас Хельга поджидает, да? Здоровья мы увидим у нее немало. Кстати, нам нужно прапать немножко наших ребят. Слушай, может быть, нам Донателло убрать из команды и кого-нибудь другого поставить? Давайте сейчас посмотрим. Если мы, предположим, с вами прапаем нашего бойца, которого увеличает Дэнни Призрак. Ну-ка, сколько у нас? Один уровень, да, получится всего лишь ему поднять? Ну, смотрите, уже 800... 8, да, у него здоровье. 808. У Донателло 743. Смотрим, ребята, кто у нас тут может его, так сказать, переплюнуть по здоровью. Опасный малый. Ну, давай посмотрим. 737, да, сколько? Нет, пока не дотягивает. Так, Пиклс можем мы тоже прапать же. Ну, Пиклс у меня вообще тут топ. Лидер в данный момент по здоровью и по всему. Так, у нас Микеланджело. Можем его, кстати, попробовать проапать. Я не знаю. Обалдеть, у него сколько стоит апгрейд, я вам скажу. Это жесть какая-то. Но в данный момент он на четвертом уровне имеет 200... А, какой 200? 354... 359 этого, мощей. Но я буду называть это, ребята, мощи. Вы-то можете как-то по-своему это назвать, но я буду называть мощей. Мощь, здоровье, как хотите. Так, задание мы с вами выполнили. Забираем 5 гемов. И давайте отправимся с вами на испытание. Так, испытание. Давай. Ну что, поехали? Поехали, ребят, поехали. Так, дальше у нас идет гир, я так понимаю. А, нет, мы можем сюда проскочить. Если мы пойдем дальше... Ёлки-палки. А если я сюда пойду, это мы вот так вот с вами пройдем. Тут, конечно, путь тоже, ребят, не кислый. И в конце нас будет ждать Хельга. Поехали тогда, наверное, вот по этому пути. Девочка, в конце этого здания такая страшная. А мне кажется, она хочет, чтобы ее обняли. Она меня пугает. Так, это говорит, ребят, нам Гир. Ну что же, конечно, схватка, ребята. Что тут... Думать еще. Будем бомбить, пытаться, по крайней мере. Гир, да, гир. Гир сильный, ребята, боец. Вы сами, наверное, уже убедились. Видите, что он тут вытворяет. Поехали в ответку. Отходим. Так, смотри, он опять, ребят, меня перебивает, а. Ну-ну-ну-ну-ну, хорош, гир, хорош. Поехал он мне тут на свинке. Ну что, ребята, Анжелика Пиклс, как вы видите, победила. И это только лишь первая победа в этой череде схваток, ребята. Погнали. Так, энергии у нас пока хватает. Забираем ключик, сундук, то есть мы с вами сможем открыть. И здесь у нас Арнольд, да? У него 1335 хп. Нет, хп у него, наверное, вот это вот, ребята, все-таки. Вот это вот здоровье внизу. А вот это действительно мощь. Нифига у него здоровья, ребята, я вам скажу. О-оу. Слишком круто. 4000-то. Ха-ха. Ладно, погнали. Да ладно ты. Погнали. Да, мне его придется, ребят, наверное, долго бомбить.
Хотя, кто знает, как получил свое. Так, ребята, я буду его пробивать. Ах ты! Ну, естественно, он тоже бомбит, естественно. Раз, два, три, отходим. Раз, два, три. Может быть, ребята, может быть, получится. Получилось. Но здоровья маловато у нас. Я не знаю, как мы будем там с Хельгой драться. Если мы сможем отхилять нашу Пиклз, это будет, конечно, круто. А если не сможем? А если не сможем, что тогда? Угу, Рокка у нас, да, следующий. А давайте мы попробуем, знаете что, подраться Дэнни. Да, Дэнни призраком против Рока. Вдруг у нас что-нибудь да получится. Ну, хоть как-нибудь. Ну, поехали. Получится. О, ребята, я уже кое-что вижу и понял. Дэнни, ты вообще сегодня будешь драться-то или что? Все, я понял, ребята, по поводу этого Дэнни. Естественно, естественно, его Рока забомбил. Опупеть. Дэнни вареный здесь. Дэнни здесь, к сожалению, ребята, вареный. Так, ну что, давай попробуем как-то лечить. Вылечить всех. За 58, за 58. Раз, два. Ну, вот так вот, как вариант. Ребят, ну а что поделаешь. Зачем я сейчас его... А зачем я его вообще лечу, ребята, а? Кто мне скажет, зачем мне здесь Дэнни призрак вообще нужен? Ладно, Рока так Рока. Поехали, ребят. Да он даже здесь силен. Даже, ребята, здесь силен. Получи, гаденыш этакий. Фига он. Ты смотри, что делает. Эй! Ты взял меня, подловил на суперударе, ребята. Вот так вот. Видимо, сегодня мне не пройти, да, этот турнир. Или пройти, посмотрим, я смогу захилять. А, вот так, ну давай, хорошо, хорошо. Давай с помощью Донателло мы попробуем выиграть. И потом надо будет, ребят, мне посмотреть. Да ты посмотри, что он творит. Не дает даже ничего сделать. Гадюныш этой, Рокка. Так, ладно, здесь мы прошли. Ну как мне теперь Пиклз, извините меня, захилять, чтобы она обратно вернулась? Какой-то, я не знаю, ребят. Это не вариант. Так, ладно, сюда перейдем. И как раз вот тут вот, ребята, у нас Хельга. Все ведут себя так, словно суперсхватки эта игра. Только я вот дурака валять не буду, чудо гороховое. Ты понял? Ты понял, что она сказала? Чудо гороховое, так, лечить. Давай попробуем. Ребята, есть. Ай-яй-яй, у меня закончились гемы. Есть у нас с вами шанс ее все-таки нокаутировать. Здоровья, конечно, у меня маловато, но... Че ж поделаешь. Так, начнем, пожалуй, с Дэнни Призрака. Будем начинать с самых-самых слабеньких персонажей и потихоньку-потихоньку подниматься наверх. Отходи. Ты понял, что она делает? Так, отойди, Дэнни! Дэнни, ты достал подставляться. Подловил. Вот это ты молодец. Вот это ты сейчас хорошо сделал. То есть, ребята, уже классно, потому что мы у нее отняли львиную долю здоровья. Смотри, а что, она в Арнольда влюблена, что ли? Целует его фотокарточку. Так, ну что, следующий у нас на подходе — это, ребята, Донателло. Донателло, и может быть, он отнимет еще остатки здоровья, может быть, даже вообще выиграем. Хотя вряд ли, мне кажется. Упс. Подловила, понятно. Да хорош ты уже, Хельга, отстань. Ах, ребята, да. Донни тут, конечно, лопухнулся. Опять она красит губы и опять целует Арнольда. Но все. Единственный шанс, ребята, это, конечно же, у меня на Пиклз. Так, не зря я ее, ребята, подлечил, как говорится. И теперь главное не лопухнуться. Так, ладно, погнали. Так, она хитрит. Погнали. Есть! Слушайте, ну я прошел, но я не знаю, ребят, нам еще предстоит с вами один турнир. Самый-самый последний. В следующий раз я тебя не пожалею.
Да и не надо. Открыть сундук, конечно же, ребята, о чем речь? Мне нужен этот сундучок. Я хочу просто посмотреть, что в нем будет. Вот он. Показывай мне, пожалуйста. Так, опасный малый, Донни и губка Боб. Ну и слаймы, понятно, ребят. Все, здесь мы с вами закончили, пока. У нас с вами открывается последнее испытание, вот оно, ребята. Я просто одним глазком сейчас гляну, что у нас тут будет. По идее, Анг должен быть в конце, да, ребята, у него 1711 мощей. Посмотрите, противник очень жесткий, очень. Мне сюда нужно идти, чтобы у моих вот этих персонажей как минимум здоровье было, ну, за 1000. Только в этом случае есть смысл идти. Иначе мы будем с вами проигрывать. Так, ну что же, а пока у нас вот это все дело происходит, мы, ребят, с вами, во-первых, забьем все ячейки, выполним все задания. Ну, я думаю, что и кубков наберем. Ну что же, поехали. Так, схватка. С губкой Бобом у нас сегодня будет битва. Ладно, я, в принципе, не против. Костюмчик у него прикольный, ребят, да? Костюмчик мне нравится у Спайдж Боба, как сделан. Так, хорош. Что такое псих-то? Вот неугомонный. Иди сюда. Ну, промахнулся, да? Не повезло тебе. Ну что, неплохое начало. Получаем с вами, естественно, ребята, сундучок. Как говорится, он летит у нас в ячейку. Я сразу его активирую. Выполнили еще одно с вами задание. Так, какое оно? Вот. Два кристалла энергетических получили. И давайте, ребята, следующего противника смотреть. И это у нас Корра. Ну что же, давай попробуем победить Корру. Не забываем, что это легенда. Соответственно, очень может быть больно. Погнали. Так, ответка. Ответка, как говорится, от Пиклз. Ну, давай, давай, я тебя буду ловить сейчас. Ребят, я буду ее ловить. И подбил. Зря она так сделала. Она просто-напросто оступилась. Ну, с кем не бывает. Так, ребят, ну что, серия побед. Еще одну серию побед получаем. И сундук большой будет у нас в кармане. Я надеюсь, мы не проиграем здесь. Угу, дают Зима. У Зима против нас, как говорится, шансов нету. Потому что у него пониженная атака. И вообще, против нас у него нет шансов. Я думаю, ребят, так. Но сам по себе Зим меня, ребята, раздражает, если честно. Он шустрый, ловкий какой-то такой. Неугомонный червяк, блин. Но мы его ловим. Да. Все, он отдуплился. Здесь довольно быстро все прошло. Но он слабенький сам по себе был. По ХП даже, если брать. Серия побед, ну, естественно, мы зарабатываемся. И сундук летит к нам в копилочку. Так, подожди, что ты делаешь-то? Зачем ты мне так делаешь? Очередное задание, ребята. Ага, вскроем. Арнольд нам достается, да? Ладно, понятно. Так, у нас два задания. Одно заключается победить в схватке 3 на 3. Это мы сделаем с вами. И сыграть против разных бойцов. То есть нам опять придется здесь с вами кого-то заменять. Ну, давай возьмем, предположим. Предположим, возьмем с вами... Так, опасный малый. Давай-ка мы тебя переведем на уровень. Кстати, ребят, смотрите, мы его можем перевести на новый уровень. Но для этого нам нужно 3000 слайма. Ага, 3000 слайма. Слушай, есть смысл накопить, конечно же, ребята. И давайте-ка я его возьму вместо Донателло. Вот так вот это будет у нас выглядеть. Потому что сыграть за него все равно, ребята, нам придется. Если мы хотим с вами выполнить задание. Так, и... Подожди-ка. Ну да, в принципе, все нормально, ребята. Поехали, последний, как говорится, бой сделаем здесь. Кто нам достается? Опять Зим. Опять этот Зим неугомонный. Ладно, хочет получить по рогам, сейчас получит. Поехали. Что-то-то? Сразу, ребят, в защиту. Лучше вставать сразу в защиту. Так, поехали. Пробили. Зим на голову упал. Ну что же, отлично, ребята. Последний сундук мы с вами зарабатываем. И сразу же направляемся прямиком за кубками. Все, тут у нас все активно. Так, теперь за кубками, ребятули.
Нам нужно с вами кубки. Так, у нас энергии есть? Есть. 5 нужно. Давай, поехали. Схватка. Естественно, ребята, схватка. Кстати, там у нас первый герой слабый, да? А вторых два. Два следующих, точнее, довольно сильных будут. Ты что он делает-то? Успокойся, тебе говорю, Арнольд. Что за дела-то? Так как ты... Ты достал. Получи тогда. Достал, отбегает, прикрывается. Отбегает, прикрывается, отбегает, потом атакует. Хитропопик, короче, одним словом. Не тут-то было, не на тех наехал. Так, конечно, следующий будет. Чего вы смотрите-то на меня? Без всяких компромиссов. Тут у нас сейчас будет еще этот одноглазый Джек джиу-джитсу. Одноглазый Джек. Да как ты, ребят, меня смог достать-то? О-хо-хо-хо-хо. Погнали. Че, не нравится? Я вижу, что тебе, гаденыш, не нравится. Одноглазый Джек. Вот что значит опасный малый. На вид хиличок, да? А на деле... Ох, будь здоров. Так, ребят, конечно же, следующий бой. Так, тут тоже у нас сильный довольно-таки соперник будет. Оу, это сам, ребята, Лео. Это, ребята, сам Лео. Чё он стоит-то? Чё он ничего не делает? Погнали. А как он может, ребята, меня пробить, если я стою в блоке? Я вот никак этого не могу понять. Хотел замахнуться, да, гад? На, в ответку. Слушай, 3 победы, ребята, это что-то нечто для меня вот в данный момент. Я, честно говоря, думал, что мы проиграем с вами. Но ничего подобного. Так, и больше я, по-моему, участвовать не смогу, да, я так понимаю? Так, кубки, опа. Зарабатываем, ребята, с вами малый сундук. И Патрик нам достается. Легендарный Микеланджело и слаймы. Кстати, чуть-чуть не хватает нам, ребята, до 3000. Так, что же у нас тут следующее? Когда мы с вами набираем 840 кубков, мы получаем 850 слаймов. Но я боюсь, ребята, у нас не получится поучаствовать, потому что у нас не хватает энергии, да? Или хватает все? По-моему, все отлично. О-оу-о-оу. Ребят, смотрите-ка. Микеланджело, легендарный против Пиклз. С усиленной, ребята, атакой. Поехали. Ага. Поехали. Ёпарасоте, что ж ты такой ватный-то оказался, Микеланджело? А там показали мне, знаете, такой, типа, Микеланджело будет вас бомбить очень сильно. Я действительно думал, что сейчас сольюсь. Но нет, опять одноглазый Джек против джиу-джитсу, ребята. Вот это он, да, вот это... Хорош ты, успокойся. Блин, я его, ребят, не смогу пробить. Вообще. Зашоркал моментально, а. Упырь. Да, тут что-то как-то не пошло у меня. Так, ну что, а... Подожди, у нас что, повтор, что ли, какой-то, ребят? Я не могу понять, что за... Что за повторение? Он что, на своих ошибках, видимо, ребята, выучился, да? И начал теперь мстить. Зашибись. Зашибись. Я его, значит, не могу пробить, а он меня, ребят, пробивает. Супер ударом пробил, гаденыш. Да. Отомстили, грубо говоря, ребята. Поражение в матче. Понятно, что поражение. Мне кажется, знаете, что компьютер типа наблатыкался, да? Познал, как лучше меня наказать. И все это реализовал. Но на этом, ребята, бой не заканчивается. Потому что я накопил себе еще энергии. А раз я накопил себе энергии, значит, я еще буду здесь, ребята, участвовать. Поехали. Погнали, как говорится. Так, что у нас тут? Сэнди. Так, дальше у нас Хефер. И опять же это джиу-джитсу, блин. Не было печали, как говорится. Ладно, я буду, ребят, пытаться. Так, Сэнди, значит. Ага, вот, значит, как-то, да? Значит, ты вот так вот, Сэнди, решила. Ну, давай, подбегай. Отлично. Ответочка пошла незамедлительная.
Хрен тебе. Дудки, я сказал. Ну, Пиклз, на самом деле, ребята, здесь делает дела. Вот, серьезно вам говорю. Если мы с вами будем получать здесь сейчас достаточное количество слаймов, я просто хочу сегодня прапать себе малого. Опасного малого, чтобы он получил у меня следующий ранг. Так, Хефер, да, значит? Погнали. Опять этот шарнир. Такой звук, как по шару бьем, ребят. Мне нравится. Так, тихо. Супер удар. А почему? Ребят, не знаю, что происходит. Я встаю в блоке, блок не срабатывает. Не могу даже понять, почему. Есть! Ушатали мы этого Хефера. Да, малый, ты молодец, ты красавчик. Вот сейчас ты меня не подвел. Давай следующий бой, последний у нас, ребята. Это Дэнни против Джиу-Джитсу. Одноглазый Джек этот. Ну-ка. Так, ладно, стоим. Поехали. Подождем, что он там копит? А, супер удар он свой копил. Ну давай, давай, что-нибудь делай. Что-то не хочет, ребят, ничего делать он. Отошел. А что он чудит? Что он ждет-то? Он ждет, пока я раскрою, что ли, или что? Поехали. Вот так. Слушай, я буду ждать, ребята. Ага, понял. Давай, иди сюда. Поймал, поймал я его. Отомстил, как говорится, за прошлый бой. Отличненько. Двигаемся далее. 108 слайма, да? Еще 3 победы, ребята, и сундук большой будет у нас в кармане. Как думаете, получится у нас? Я думаю, получится. У нас энергия еще есть. Поехали. 2740 у нас слайма. Нам совсем чуть-чуть надо для того, чтобы накопить 3000. Если даже за каждый бой по 80 будем получать, плюс на победном розыгрыше. Слушай, должно получиться, ребят. Ага. Получи ты, гаденыш этакий. Машет он мне тут кулачками своими паршивыми. Ну да, да, да. Патрик, ты как этот. Как, о-о-о. Как резиновый надувной шарик. Стоял, стоял. И толку-то никакого не было. В общем, ребят, мы его подбили. Замечательно, ждем. Ждем следующего боя. Смотрите, ребята, 90 слайма. То есть это уже соточка, да? Если у нас 3 боя пройдет идеально, мы получим еще сундук, в котором, поверьте мне, будет тоже находиться слайм. Так, вот тут вот, конечно, опасный малый. Тебе нельзя проиграть, родной мой. Ну, это Леонардо же, ё-моё. Ух ты, это был пробивной, ребята. Это был сейчас пробивной удар. Замечательно, отойдем. Ребят, я не знаю, что тут творится. Я встаю в блоке, он не может своим суперударом пробивать блок. Это что, у Леонардо только такая возможность или что? Я не могу пробить никого, делая суператаку. А Леонардо почему-то может. Я считаю, что это, ну, это несправедливо. Такого не должно быть. Если играем на равных, давай на равных. Нафиг мне тут твои эти вот. Они написали, блин, последнее обновление, исправление багов, лагов, где? Не вижу. На каком основании он может пробивать мне удары через блок, а я нет? Ну вот, и вот это вот как можно назвать, а? Подловил, блин, что ли, да? Твою ж маковку. Минус 5 трофеев получил, ё-моё. Так, ребят, я надеюсь, у меня еще будет все-таки попытка одна на бой. Нет у меня никакой попытки больше. Блин, я не получу с вами, конечно же, слайма. Не получу. То есть сегодня опасный малый у меня не прапается. Ладно, ничего, ребята, с этим не поделаешь. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам.